Они связаны с коррупционными связями и взаимными обязательствами. Проблема не в наличии большинства. Проблема с вызовами, которые сейчас возникли. Первое. Это риск вообще сорвать программу МВФ. И об этом Николай Скорик уже сказал. Есть информация о новых условиях. Это и декларирование, проверка. И необходимость ответственности по евробондам, которые возникли в отношениях с Российской Федерацией. Но, грубо говоря, у нас есть риск вообще оказаться без денег МВФ. Что существенно подрывает все расчеты бюджета. Раз. Второй момент. Конфискат. Он же посчитан бюджет. А судя по всему, депутаты не будут в состоянии и эти деньги завести в бюджет. Но я уже не говорю о взаимных претензиях, которые могут превратить парламентский в тупик.